Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич – единственная из 7 членов Президиума Координационного совета оппозиции, которая все еще остается на свободе в Республике Беларусь. Писательница заявила журналистам, что покидать страну не собирается. По ее словам, совет пытается не устроить госпереворот, а начать в обществе диалог. В среду появилась информация о задержании Максима Знака и об обыске в доме Марии Колесниковой, которую ранее пытались насильно выдворить из страны. Как сообщила ее адвокат, она арестована и проходит подозреваемый по уголовному делу по факту публичных призывов к захвату госвласти. Мы слышали такую версию, надеюсь, что это правда, что Мария на границе порвала свой паспорт, таким образом сломав просто систему выдавливания людей за рубеж. Но вообще, на самом деле, это было такое низкое похищение человека, и раз власть уже прибегает даже к таким методам, то понятно, что поддержки у нее вообще никакой нет, и тем более, что такие поступки никак не способны сломать волю народа в своем желании изменить будущее своей страны. Сам Лукашенко заявляет о согласии с некоторыми переменами, что нужно перераспределить полномочия между национальными органами власти, но сильная роль президента, по его мнению, должна сохраниться. При этом он отмечает, что с лидерами нынешнего белорусского протеста ему не о чем разговаривать. Я смотрю, когда-то он меня туда позовет. Но я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали. И вот этих подавляющее большинство. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия. Координационный совет упрекает Лукашенко за отказ говорить с улицей. С сотнями тысяч людей, которые продолжают выходить на демонстрации с момента оглашения официальных результатов президентских выборов. Накануне в Минске состоялось шествие в поддержку его членов. Через несколько минут после начала акции начались задержания.